З 11 по 14 березня в місті Харків пройшов чемпіонат України зі стрибків на батуті серед юніорів 2002-2006 років народження. Участь в змаганнях взяли спортсмени шести областей – Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Київської. Честь столичного регіону представляли спортсмени Славутицької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відділення стрибки на батуті. Наші батутисти змагалися в молодшій віковій групі 2005-2006 років народження і показали досить високі результати. Я привез перше місце і третє. Третє в команді і четверте в індивідуалі. Третє в команді. Розкажіть, наскільки сложно тобі були ці соревнування? Яка була конкуренція? Ну, вони такі, вони дуже складні були. Типу, конкурентів там немного, чоловіка 2-3. Було найскладніше підготуватися морально. Конкурентів було чоловіків 10, людей 10. Ну і підготовитися морально теж було складно. Наскільки складно займатися таким видом спорту? Тому що він, в принципі, ну, травматичен теж. Случались ли в вашій житті травми? Ну, один раз було у мене. Ну, якщо не перший день займатися, так кілька, то без травм можна обходитися. Как много нужно заниматься и чем нужно заниматься, чтобы избежать трав? Ну, главное не баловаться, слушать тренера, ну и быть в хорошей физической подготовке. Ну, еще хорошо развиваться надо, чтобы не было травм. Как долго вы готовитесь к соревнованиям? Всю свою жизнь. И насколько, ну, насколько сложный этот процесс перед соревнованиями? Возможно, у вас усиленные тренировки или как происходит? Ну, у нас каждая тренировка усилена. І просто перед соревнованнями нас освобождають, і у нас дві тренування. Зважаючи на те, що здобути результат перевершив очікування, робимо висновки, що хлопці гідно представляли місто і область. Цікавимося у тренера, чи задоволений він результатами вихованців. Команда готувалась, звісно, не без проблем. Діти люблять відпочивати, люди, діти люблять відвлекатися. Вот, поэтому подготовка началась еще с лета. Вот мы сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, все месяцы готовились с учетом их сложности комбинации и, соответственно, техники. Вот, потому что оценка ставится за технику, потом прибавляется сложность выполненных комбинаций и учитывается высота прыжка, который спортсмен может набирать. Но с учетом того, что Андрей у нас мощный парень, высота прыжка у него почти 19 секунд, вот, сложность тоже у него для его возраста хорошая, он готов прыгать и больше сложность, но мы с учетом этих соревнований, с учетом того, что я понимаю, как готовятся те дети, как они готовы, поэтому сложность была определена не больше 94-6 единиц. Хотя он мог прыгать и сложность, и 110, и 112 единиц сложности. Но это делалось для того, чтобы не вылететь с батута, потому что при выполнении сложных элементов спортсмен вылетает. Ну, то, что мы планировали, они выполнили свою задачу, ну и поэтому результат. Третье, конечно, сомнение было у меня, что они могут третье место занять. Ну, думаю, так, четвертое это точно будет. Ну, как говорится, повезло. Ну, Андрей планировался, но планировал я на третье место. Я говорю, Андрюш, ты реально третье место займешь, поэтому ты должен настраиваться и прыгать. Ну, Андрюша собрался, ну, стал чемпионом. Поэтому, конечно, приятно. Ну, с учетом 7 команд, мы третьим, это тоже успех. Вот, поэтому я думаю, что наши дети, ну, есть, конечно, дети посильнее их, мы тянемся за ними, перенимаем опыт других тренеров подготовки и доводим до своих детей. Я думаю, что с учетом того, что они съездили на соревнования, посмотрели, увидели, как прыгают дети, я думаю, что будут тренироваться лучше, настойчивее, а впереди у них в 2020 году Европа. И они реально
могут попасть на Европу. Поэтому я им внушаю это, объясняю, говорю. Ну, как говорится, если что-то в голове у них останется, то варианты будут. Надія на те, що хлопці серйозно поставляться до завдань тренера, є. Адже кожен з них планує пов'язати майбутнє зі стрибками на батутах. Збираємося після 9-го, да, цирк пойти, все таке. Поїхати в Харків після 9-го класу. Ну, пойти в цирк у будущому. То есть в других профессиях вы себя не видите, только вот в этой, да? Конечно. Можно сказать, что это, ну, в принципе, это занятие стало для вас каким-то судьбоносным. Можно конечно, так сказать, да. Что вы можете сказать о тренере? Ну, у нас самый лучший тренер. Он каждый день приходит, тренирует нас с возрастом, но он молодец, я сказал. А вот спортивная база, вам достаточно ее? Или, возможно, ну, чтобы лучше были результаты, нужно как-то ее усовершенствовать? Возможно, вам чего-то не хватает в зале? Ну, у нас самый лучший зал в Украине, и он хороший, тут все есть. Пружин только и батутов не хватает. Як зізнався Володимир Савельєв, міська влада підтримує їх відділення і вже пообіцяла придбати пружини, необхідні для тренування. Отож, сподіваємося, вже найближчим часом батутисти матимуть змогу удосконалювати власні навички, а незабаром ще й покращити власні результати. Успіхів вам з перемогою і не зупиняйтеся на досягнутому.